Тихо, тихо, тихо! Все хорошо. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь, там безопасно. Лагерь? Да? Где? Да-да. Я пойду. Пойду. Peaceful Lake, Марк Коупленд. Там безопасно. Спасибо. Спасибо. Я думал, что умру. Да, скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Держись подальше от дорог и беги! То, что надо. Готово. Окей. Только бы не оказалось, что я зря старался.
Я же тут не закончил с гнездами. Чую гнездо. Оно где-то здесь. Еще одно гнездо. Сожжем и его.
Гнездо где-то рядом. Фух, я уже чую вонь.
то, что надо. Хорошо. Это один из байкеров. Открывай.
Так, где Такер и Элкай? На раскопках они. На каких, твою мать? На севере. Вон там. Кто тронет мой байк, пальцы буду ломать тебе персонально. Да понял, понял. В общих. Что тебе надо? Здорово. А топлива-то все меньше. Возвращайся. Пока. Говорю тебе, куда ни глянь, везде сплошное поле лавы, на 25 футов вглубь. Нужны молотки отбойные. Вот только не надо мне тут лекции читать. Я в курсе. Чёрта с два. Наши люди голодают, а даже были бы и сыты. С лопатами на это все равно ушли бы месяцы. Да мне наплевать! Да, мы голодаем, Эл. Но работу нужно закончить, даже если на это уйдет целый год. Других-то дел у нас все равно теперь нет. Стой. Это не все. Ну так давай поскорей, не задерживай меня. Упокоители. Сегодня. С утра большая группа шла через перевал. Вы ничего не сделали? Да мы... Сама знаешь, у нас мало людей. Они идут на север? Эл! Упокоители идут к нам, да или нет? Я не знаю. А этот может. Ну и что ты от меня хочешь, а? Что тебе надо? Хватит, Элкай. Знать это не его задача, это ты у нас знать должен. А что мне теперь, разорваться, что ли? Реши, либо я тут в земле ковыряюсь, либо иду в водище. И встаю на защиту. Иди на склад, проверь, что с боеприпасами. А на раскопки пойдет Уэйлер. На что уставился? Да так, жду, когда у тебя мозги отрастут. Стоять!
Ты Леона нашел? Ну, хоть кто-то здесь умеет делать свое дело. Поехали. Когда ты в последний раз приводил к нам новых людей? Таким людям, которые остались в Одище, вы здесь не обрадуетесь. Люди мрут от лихорадки. Это меня не волнует. Тебе нужна наша еда? Тогда должно волновать. Я же сказал, работу у тебя мы берем, но жить под твоим началом не станем. А напомни-ка мне, а то память уже не та. Почему? Потому что в этом нет смысла. Ха, ну надо же, какой ты оптимист. Где Бухарь? Он сказал, поедет в лагерь Копленда. Хочет там купить рыбы. Вы что, с Копландом скорешились? Его лагерь ближе к вашему? Не ближе и не дальше. Слушай, я Бухарю не нянька. Он ездит куда хочет. Аж повесится. Господи, он у вас что, днем и ночью горит? Прикрой нос. Дохлых фриков прибавляется с каждым днем, в том числе и твоими стараниями. Жжем днем и ночью, а что делать? Лейте больше бензина. Сгорают быстрее, меньше дыма. Нет на это бензина. Когда он весь кончится, на чем будет ездить твой байк? На слюнях и поте? Я не поняла, что тут происходит? Недостача. Со склада пропал провиант и патроны. Господи, кто был ночью в дозоре? Уиллер. Сегодня удвоите караул. Это начинает меня бесить. Хорошо. И в районе все спокойно? Я же говорю, тут как в тюрьме. Сборище ленивых лжецов, воров, насильников и убийц. Знаешь, почему так? Без понятия. Потому что мы такие и есть. Фрик-шоу. Выжили все самые мерзавцы, те, кто похлеще всяких фриков. Остальные надеются, что я буду кормить их, защищать, ухаживать за ними, пока они сидят на жопе и созерцают гибель мира. Эй, ты! Ну-ка, живо за работу! Не заставляй меня звать Сайруса! Ленивые подонки. Хотят валять дурака, пусть делают это ночью. День — мое время. Управлять лагерем — то же самое, что управлять тюрьмой. Ты уже говорила, но я забыл. Ты кем была? Начальником тюрьмы или типа того? Да ну куда мне? Я была всего лишь надзирателем в женском корпусе. А у тебя, судя по твоему виду, наверняка были проблемы с законом. В тюрьме срок не мотал? Закон нарушал, было дело, но в тюрьме я не сидел. Для тебя есть работа. Ларсон вчера ходил за припасами. Говорит, видел кого-то в Мэрион Форкс. Вроде бы какая-то молодая девчонка, но толком не разглядел. Он остановился там, поискал ее, но не нашел. Это точно? Ларсон этим занимается давно, как и ты. Уж он-то видит, кто человек, а кто фрик. Но ты по этой части спец. Разыщи ее, пока не нашли фрики. Я попробую. Слушай, Такер, сначала я хочу получить кредиты за Леона. Будешь приводить мне живых людей, и я тебя завалю этими кредитами. Пойду найду Уиллера. Кому-то светит ночь в карцере. Что тебе надо? Привет. 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 Надеюсь, ты принес мне уши. А, да, да, беру. Да. Давай, Дик, береги себя там в Одище. Лады?
Алкай. Что надо, Намат? Это что там было? Вы с Бухарем тут не натыкались на упокоителей? У меня тут в Iron Butte человек от упокоителей сбежал. Его пытали. Ну, это понятно. Но не просто так, а выясняли, не видел ли он двух байкеров, двоих. Слыхал ли он о таких хоть что-нибудь? Полно людей на двух колесах. Что? Я-то тут при чем? Ищут бешеных псов. Много намадов еще живут под своим флагом. Кроме вас двоих. Сдается мне, на вас открыли охоту. Вот и узнаешь, каково это. Показывал бы лучше товар, чем языком чесать попусту. Как скажешь, Дик. Дик, ты там уснул? Вот это вещь. Мощный, бьет кучно. Тебе понравится. Это ствол для тебя. Вот это стоящая вещь. С таким стволом страшно не будет. Вот это вещь. Мощный, бьет кучно. Тебе понравится. Это ствол для тебя. Вот это стоящая вещь. Таким стволом страшно не будет. Вот эта вещь. Вот, держи. Хорошая пушка. Для одища что надо. Да, это я могу улучшить. Держи, как с завода. Чтобы ехать на север, мне нужно снаряжение. Значит, Такер. –
Эй, Такер. Забрал мой груз у Леона? Да, да. Коупленд хотел его у меня купить, но я-то знаю, кто мне друг. Ха, ну, молодец. Иди к Алкаю. Ларсон там вроде привез ружья и винтовки. Может, тебе что пригодится? А, ты здесь. Решил к тебе заглянуть. Припасы, что? Оружие. Вот эта вещь. С таким стволом страшно не будет. Мощный, бьет кучно. Тебе понравится. Это ствол для тебя. Вот это стоящая вещь. Вот эта вещь. С таким стволом страшно не будет. Мощный, бьет кучно. Тебе понравится. Это ствол для тебя. Держи, как с завода. Эта штука тебе пригодится. Хороший выбор. Чем еще могу помочь? Еще что-нибудь. Такер меня кормит не за тем, чтобы я бездельничал. Так и будешь там стоять?
Будет еще что-то нужно, заходи. До скорого, Дик. Чем могу помочь? Как торговля байками, Зенни? Байк жрет нехило. Пока. Пока. Я сделаю. Дик, ты на связи? Бухарь, какого хрена ты не спишь еще? Ну, не спится мне. Ты помнишь, что я тебе говорил? Не ездил бы ты туда, Дик. У тебя от этого башню сносит. Бухарь, я... Слушай, я езжу туда, потому что там фрики. Нам нужны трофеи, а уж где их добывать, мне похрен. И тюльпаны фрикам везешь? Я видел сегодня утром на столе. Такие же, какие у нее были тогда, на свадьбе, я помню. Я не буду... Так, короче, ты там лежи, отдыхай. Я занят, конец связи. И это не тюльпаны, это отчитки. Глаза разуй.